Dzień dobry. Cel podróży. Turystyczny, służbowy, prywatny. Chował na mojej pamięci. Co? Trusisz. Извини, кончились конфеты. Пань, почекай. Хоть, не прошу русска. Рядовой советской армии, ко мне! Ваши документы. А вам известно, что советские военнослужащие должны передвигаться по городу в группе не меньше 3 человек? Товарищ лейтенант, я не в увольнении. А по приказанию майора Чесоткина следую с аэродрома в казарму, а там письменное распоряжение. Все ясно. Часть, бегом, марш! Есть! Там, где начинается авиация, там кончается порядок. А вот правильно вы говорите, товарищ лейтенант. Вот сами поди самолетом хвосты заносят, а гонор у них, как у летчика Чкалова. Солдат, разве вам не известно, что советские военнослужащие должны ходить по городу в группе не меньше 3 человек? Известно или нет? Так точно известно! Следуйте за
со мной будете строго наказаны. Шагом марш! Есть! Разберемся, накажем. Идиотский! Вас посаду! И себе! Тебя, кажется, Иваном зовут? Иваном, Иваном. Ваней? А ты Шурка, да? Так-то. Как нам часть попал-то? Да, нашу часть расформировали, а меня к вам дослуживать отправили. Так что случилось-то? Да нет, жлобы настоящие. Кулачье. Шел мимо забора, а там яблоки висят. Ну, я и сорвал пару штук. Они как набросились, завели меня в тупик и давай мутузить. Вот знаешь, гады, вот поймай бы их по одному, я бы их... Что? А тебе бы понравилось, если из твоего сада яблоки рвали? Встать строй! Отставить разговоры с местным населением! Иду до фабрики шоколады в 5. Треба поговорить. Тогда конька работы. 3 наряда вне очереди. Я тебе покажу, как за местными паненками ухаживать. Есть 3 наряда! Бегу! Еще с тобой поездим, молодец! Еще с тобой погуляем! Сейчас только его портрет закончу. Ничего себе! Нравится? А что? А здорово! Шурка, он как настоящий прям. Да ладно настоящий. Настоящий, наверное, никогда в кабине самолета не сидел. Шурка! Слушай, а ты это... Ты бабу в полный рост можешь нарисовать, а? Бабу? Конечно могу. Ой, не-не-не, так чтобы вообще без ничего. А может еще эту? Марлен Дитрих нарисовать? Кого? Ну, эту. Марлен Дитрих. Рядовой Пожарский, что у вас в руке? Считаете себя великим художником? Никак нет, товарищ капитан. Начинаешь. А как вы думаете, Суриков, Шишкин писали на стенах в сортирах? Вы понимаете, что за эти художества вы должны быть наказаны? Так точно, товарищ капитан. Отлично. Наказание я вам назначу позже. Сейчас на плац бегом марш! Есть! Товарищ капитан, разрешите обратиться? А похож. Обращайтесь. Товарищ капитан, я ему говорил, стенку пачкать нехорошо. Но он меня не послушал. А если это полька-агент вражеской разведки? Да, не подумал! Направо! Не подумали? Больше не повторим! У ваших родителей рядовой Пожарский. Направо! Вы слышали мой вопрос? Так точно! Отец погиб в 37-м году, мать работает в кинотеатре. При каких обстоятельствах погиб ваш отец? Кругом? Тиф. Он заболел. Где это произошло? В лагере. В каком именно? Минлаг, поселок Инта. Идите ко мне. Зовите имя и отчество вашего отца. Андрей Филаретович, а что? Ничего. Наряд вне очереди.
Будете красить сортир. Выполняйте! Есть! Да, ты-то моя красавица. Ну, можешь, конечно, но лучше что-нибудь поопределённее. Шурка, Шурка, я понял. У тебя такая толстая коса. Да пошел ты. Слушай, а можешь мне завтра помочь? Мне позарез нужно. Это кто, и крали на телеге? Да. Ладно, подсоблю. Только уговор. Ты это мне все потом расскажешь. Договорились. Слушай, а ты можешь мне еще помочь? Мне нужна гражданская одежда. Ну, елки-палки. Спасибо, Ваня. А дружите вы, кажется, с рядовым Пожарским? А? Нет, он парень-то неплохой. Ага. К службе относится серьезным. Только не собран немножко. Согласен со мной? Угу. Ну вот. А в нашей советской армии как? Воины должны помогать друг другу. Стало быть, взаимовыручка должна присутствовать. Понимаете меня? Угу. Так точно, товарищ капитан. Взаимовыручка. Ну вот и помогите своему сослуживцу. Так, товарищ капитан, я... Только чем? Ничего особенного делать не нужно. Нужно только вовремя подсказать мне, чем ваш товарищ рядовой Пожарский дышит. Так, товарищ капитан... Ему помочь нужно. А про эти ложные понятия о совести не думайте. Это понятие буржуазное. У нас своя совесть. Коммунистическая. Понимаете меня? Так точно, товарищ капитан. Коммунистическая. Ну вот. А родителям можете так и отписать. Так, мол, так. Начальство представляет меня к званию ефрейтора. Спасибо. Солдат, где ж потерял сапоги? Чего? Солдат, солдат, целый кровь в зад. Пошел вон, дурню. Чего? Слушай, что русский солдат. Хлопчик, иди отсюда. Ты драню, спевшая до своего союза и там махай ногами. Здесь то и сто. Ты курво, русский солдат, значит, цицкий махал. А ну-ка, иди отсюда. Хоть что, Азира, на мост. Thank you.
До дзіся і міла букет толка раз. От тебя больше приятный. Я тебя дарил цветы только маме. Но сейчас мне тоже больше приятно. Где взял эту одежду? Это военная тайна. Ты смешной в ней. Как бродяга. Бродяга? Бродяга. Я! Бродяга. Террас? Тогда смотри. Впервые на арене. Браво! Браво! Ты можешь выступить в цирке? Я все могу. Тебе. Оп. Возьми. Хоть ты. Чего? Хоть сюда. Оп. А кто я по-твоему? Еще не теперь, солдатик. Треба поговорить о важных делах. Каких еще делах? Очень просто. У вас мило и краска, у меня чоколада. Можем поменять. Понимаешь? Нет, не понимаю. Ты мило и краска. Можем поменять. Понимаешь? Поменять шоколад? Да. Солдат всегда любит сладко. Я такими вещами не занимаюсь. Забудь о тем. Я смеялась. Элька. Прощай. А мы еще увидимся. Этот пан не напоминает. Поймешь, чучел какой-то. А мне, товарищ лейтенант, сдает, что мы его уже видели. Вот только не вспомню, когда. Вспомнил, и одет он был в форму советского воина с голубыми погонами. Точно! Точно! Боже! Товарищ лейтенант, а дальше, дальше давай куда? Давай направо развалим, ага, проверим. Есть. Отодвигай, а я его кирпичом. Да ну его! Ну что у вас там? Все в порядке, товарищ лейтенант. Тут кошки. Отставить кошек и живо ко мне. Есть отставить кошку. Снайпер. Суки живодеры. Стучи, показать нам есть. Уходишь из русских. Чи ти запам'ялась, що вигнали нас з наших чем? Не виходи за нього замуж, тільки спотикаємося з ним службово. В ogóle дай мені спокій. Живі так, як потрапи. А возить шалок через цяло життя так, як ти не хочеш. Чо? Я нігде не хочу бути братом. Хочу бути тільки вольним чоловіком і полаком, так як твій дід і твій отець. Тут же за вольность сгинели. А те русские привлекли нам ту червону заразу и неволю. Дин добрый. Дин добрый. Дівчино, чи ж ты ослепла? Чи ж ты ослепла, ничего не видишь вокруг? И только за тим мальчишком русским все оглядаш? Всичко повезло. Я предлагаю...
предлагаю вот здесь, сверху, вожди мирового пролетариата. Маркса, Энгельса и... Владимира Ильича Ленина. Так точно, Владимира Ильича Ленина. Значит, полотно 350 на 70. Я думаю, может получиться, товарищ капитан. Товарищ капитан, вы меня не слушаете? Нет, нет, что вы... Идея хорошая. Хвалю. Работайте, работайте. Тут, брат, такая штука. Позавтракайте. Угощайтесь. В школе, небось, на одни пятерки учились? Нет, товарищ капитан, по-разному. Рисование, литература, история отлично, а все остальное так. Вода кипяченая? Угу. Мать, небось, расстроилась из-за него, да? Не очень. Так, поплачет иногда. Поплачет. А вот это нехорошо. Не годится. Стыдно. Стыдно, рядовой Пожарский! Маму до слез заводить. Нехорошо и стыдно. Письма регулярно пишите? Так точно, 3 раза в месяц. Можно и чаще. Хотя бы раз в неделю. Все-таки 4 письма в месяц. Она ведь вам мать. Она вас одна! Одна! Вырастет. Это ценить надо! Слушаю, товарищ капитан, буду ценить маму больше. И даже могу от вас передать маленький привет. Какой привет? Ну так, мол, и так, товарищ капитан Николаев передает своей маме пламенный привет. Не надо никаких приветов. Мы с ней даже не знакомы. Хочеш їсть? Це. Але не зараз. Мушу вертатися до роботи. То по щось прийшов? Запитати хотіла. Що ти виправиш з тим русським? Хотіла з ним догадати, щоб він давав мидло і фарби за чоколадом. Але то ще дитяк. Боїся. Що робила з ним так довго? Длачого мам ти відповідати? Słyszałeś? Z interesu nic nie wyszło. A cała reszta to moja prywatna sprawa. Tak? Mylisz się. To też jest moja sprawa. To ty tak uważasz, ja myślę inaczej. Może ci udowodnić. Mówiłeś, że nie masz czasu. Na to mi go nie szkoda. Wiesz co? Śmieszne jest to dla ciebie. Nie to, co ruski. Wybacz mi. Wybacz mi, nie byłem sobą. Wynoś się! Wybacz mi. Nie byłem sobą, słyszysz? Nie byłem sobą! Normalny jesteś! Co chwilą chciałeś zgwałcić! Teraz prosisz o wybaczenie? Hey,
мне! Бегом! Это что за спортивные упражнения? Виноват, товарищ капитан. Отбился от строя, догонял своих. И вы думаете, что это достаточное оправдание? Никак нет, просто говорю, как оно было. Вижу я, рядовой Голенищев, поторопились мы с представлением вас к званию ефрейтора. Почему, товарищ капитан, я же... Что вы там мямлите? Вы же... Я ничего не понимаю. Вы давали мне задание. Что? Про рядового Пожарского. И? Я хотел сказать, что он бегает в город к одной местной. Что вы здесь стоите? Догоняйте своих! Есть! Папироски. Что? Давай, позовем патруль и пойм, что ты русский солдат. Ну, если ты предатель, то давай. Солдат, солдат! Целуй крови в брудный зад! Дура година? Твои золотые часы я оставил в казарме. Засранец. Элегантским кавалером. Вам же целое житие на коленах плакать? На коленах не треба. Зоставь вам спокойно. Эй, ваш запалки? Русские запалки. Купняны. А у тебя и таких нет. Хочу до озера. На мост. Завтра. Это для тебя. Мне? Угу. Ух. Побегу наряжаться.
Co ty? Nic nie umiejesz. Całujesz jak dziecię. Ja nie umiem. Konieczna. Nie umiejesz. Trzeba tak. Na czole. Ciut-ciut. Мягко. А потом вот так. Не мальчик. Не треба спешить. Tylko nie teraz. Nie ciepier. Umruję się. Nie umieraj. Bo mnie będzie bardzo żal. Chodź. Coś ci pokażę. Я тебе краску принес. Не стоит. Зараз придем. Да куда ты меня тащишь-то, Эль? Зараз убачишь. Эль, ну погоди! Хоть. Хоть. Эй, ты что, у белки орехи крадешь? Парабеллум, да? Угу. О, это самый классный пистолет. Ну, Вальтер тоже классный, но этот самый лучший. Хочешь забавиться? А у тебя еще патроны есть? Мам. Эль, Эль, дай, пожалуйста, Эль, пожалуйста, дай, Эль, ну, Эль. А где ты достал, а? Чш. Моего дядки. Кому надо? У того есть. С войны. Остался. Можно? Навал! Еще раз, ну-ка. Ой, отсюда. Тебе не страшно? С тобой нет. Вот ты! Эля, с кем ты сегодня выходила с фабрики? С Кшиштофом. Кшиштоф Пешак. Он хочет, чтобы я была его жена. А ты хочешь? Пока нет. А что он тогда за тобой ходит, а? Мальчик, ты не видишь, как заховываешь кобейта, когда хочешь, чтобы ее подрывано. Я вообще тебя не понимаю. Мальчик, он только приятель, а ты? Элька, пошли сюда! Слышишь, ты же трафил. А что, такие портки то в Красной Армии дают, а? Если то все, что хочешь поведеть, то пхай себе сам. Русский ma większego od Polaka, a może grubszego, a? Jeśli tak bardzo to cię ciekawi, to sam sprawdź. Elka! Przyjdź jutro, będziesz mi pomagać. Dobrze, przyjdę. Nie leź za mną! Mm-hmm.
potrzebna ci pomoc. Przyszłam. To dobrze. Ja czekałem na ciebie. Co mam robić? Podejdź do drzewa i obejmij go. Co? Słyszałaś? Podejdź do drzewa i obejmij go. Zwariowałeś. Rób, co ci mówię. Pomóc ci jeszcze. Nie. Siły mi starczy, żeby zrobić co trzeba. Przyniosłam ci obiad. Шурка, заездили меня как совраску. 23 тачки железа из Римзона вывез. О, тебе красотища-то какая, а? Сидишь, красишь, разукрашиваешь тут картинки. Умеют же люди устраиваться, а? Вань, слушай, а в Римзоне наверняка электроды для сварки имеются. А мог бы ты для меня тачки 3 позаимствовать, а, Вань? А если мне потом... Ваня, Ваня, банка сейчас упадет, Вань! Вызовут и спросят. Ну-ка, Голенищев, скажите нам, для чего вам электроды? Чего ты, а? Знаешь, Ваня, хотел я тебе сюрприз сделать. А вот теперь не знаю, надо ли. Какой такой сюрприз? Какой такой? Вот такой! На, получай. Это что, мне? Мэрлен Дитрик? Чего хочешь, дитя? Я все шоколад. A jak będzie po polsku krować? Posłuchaj, Эля, ty понимаешь, что я мужчина? Конечно, понимаю. Тогда почему ты со мной обращаешься как с ребенком? Bo ты jeszcze mały мужчина. Что? Я малый? Конечно, малый. А ты понимаешь, что если начнется война, то мне дадут автоматы, я буду стрелять не по банкам, а по живым людям. Маленьким мужчинам не дают в руки оружие. Выбачь мне, я źle сказала по-русски. Ты jesteś prawdziwym мужчина. Настоящий, да? Настоящий. 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 Самый настоящий. Самый настоящий. Ну что, что? Я не знаю. Я чую, что кто-то нас подслушивает, что кто-то нас подглонда. А мне кажется, ты все время от кого-то прячешься. Ты тоже прячешься. А как будет по-польски любовь?
Я больше сюда никогда не приду. Całkiem zwariował. Никогда! Ты русский? Не будешь с ним венцей спотыкал. Чего? Не будешь с ним страчиться. Вот, видел? Если нет, то тебя забью. Попробуй. Ты тоже не бессмертный. Товарищ капитан, можно? Можно. Вы Пожарский? Так точно, товарищ капитан, я. Товарищ капитан, я вам тут яблочки принес. Спасибо. А это ваш что, мат в три хода, да? В том-то и дело, шеф. Садитесь. Что у вас с лицом? Подрался, товарищ капитан. Майор Чесоткин отправил в город за мелом, ну и напоролся на двух танкистов. Конфликта избежать не удалось. А самовольно вы в город не отлучались? Товарищ капитан, куда мне? У меня дело не в проворот, работы много. Ну да, я им так и сказал. Куда? Дело не в проворот, работы много. А кому ему? Тому, кто сообщил мне, что видел вас в городе, да еще в гражданской одежде. Товарищ капитан, откуда у меня гражданская одежда, а? Я так и сказал. Откуда может быть гражданская одежда? Это ж дисциплинарным батальоном попахивает.
Правильно? Так точно, товарищ капитан, попахивает. Попахивает. Вот это первый ход. А вторым ходом ешьте. А чем? Конем. Ботвинник. А. А если патруль? Да эти-то же волки чистые. Потом уж греха не оберешься. А мне должны ефрейтора присвоить. Да на кой черт тебе эта лычка-то сдалась, Вань? Ну, тебе, может, и на кой. А за меня мама порадуется. Так. У друга, можно сказать, жизнь решается. Он о своей лычке думает. Да все, что тебе нужно сделать, Ваня, господи, это задержать пана одного на две минуты, Ваня, вот на две я минуты. Схожу, мне схожу, хватит двух минут. Давай, схожу, говорю. Давай, схожу. Только до добра это не доведет, Шурка. Ой, не спасибо, доведет, Шурка. Спасибо. Играть хорошо, да заигрываться плохо. А ты в конец уже заигрался. Спасибо, Вань, спасибо. Да, спасибо, ладно, Вань. Тебе, как баба. Спасибо, Вань. Элла. Элла. Хай, пан. Добрый день, пан. Слушай, слушай, купись, а? Часы, 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 смотри, как я. Слушай, завод имени Молотова, смотри. Чего, чего, это же мировой товар, а? Слушай, ну? Не слышу. Чего, чего? Слушай, да этим часам сносу нет. Ну купи, пам, купи. Завод имени Молотова, соображай. Слушай, не надо, но... Купи, ну, ну не хочешь и не надо. Беги, пам. Откуда ты знал, что я приду сегодня? Я и не думал увидеть тебя. Я почула. А если бы мне пришла? Я написал тебе записку. Вот она. Оставил бы здесь. Можно мне читать? Конечно. Это же для тебя. Тебе, Марк. Я буду тебя ждать. Здесь ждать. А я хотел сказать тебе, что я люблю тебя. Что хочешь, будешь мне. Тарас. Если хочешь, сейчас все будет. Тарас. Почему? Почему сейчас? Почему не раньше? Ты еще мальчик. Тебе тут не понимать. Но постарайся. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты любил меня, и все. Только очи. Только уста, только руки. Ты это понимаешь? Понимаю. Я хочу быть с тобой. Я хочу, чтобы ты был во мне. Только я еще трохи боюсь, что ты потом изменишься. И на очи, и на уста, и на руки. Сам знаешь. Я еще ничего не знаю. Хочешь мить все Тарас? Нет, только не сейчас. Дякую тебе, кохання моє. Ми будемо мати все. Все красиво. Только не Тарас. Надо ждать. Все будет красиво. Червоне вино, цветы, свечи. Завтра приди на школьную 14. Запомни. Да. И завтра я всегда любимая. Мам, до тебя еще одна просьба. Пойдем сейчас в певное место. Это действительно пахнет шоколадом, или мне кажется? Это вам кажется? Если бы вы были 50 лет тому назад, то да. Тут была тогда фабрика шоколады, но уж и давно. Прошу прощения.
Опять ты. Вот привезло. Ходь за мной. А? Но ходь за мной. Не, пацан, мне с тобой не по дороге. Не на меня, солдат, это для тебя. Иди до плотины, не бойся. Тебя что, Элька послала? Эй, пацан! Так это ты меня позвал, да? Вот и все. Зачем мне молиться, если я не верующий? Powiedziałem, że cię zabiję. Живой! Dzieciaku. Nie mam czekolady. Potrzebna mi twoja czekolada. Czego chcesz? Jestem mały. No to czego chcesz? Twoi faceci poszli do lasu. Co ty bredzisz? A potem strzelali w lesie. Byłeś tam? Czy ja wyglądam na głupka? Nikomu nic nie powiesz, rozumiesz? To pokażesz mi cieczki? На высоком ганку сиди у ацманьку, Шима пану за кулянку. Оно строго звони, паненька се плони, Пендум все кухали они. До белого рана росла кулана, Патши яка панорама, Кони кнутком дубе, кавовня в дубе.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Karol! Ruszaj! Давай, хоть сюда, сейчас будешь помогать воинам доблестных танковых войск. Ага, уже начал. Ты что думаешь, я шучу, что ли, с тобой? Слышь? Брось, сказал, а то хуже будет, понял? Сейчас брошу. Ой. Ты что, сука, на танкиста руку поднял? А ну иди с дороги! Петро, ты жив? Войко! Счастью, тебе не могу. Отличился там с танкистами. Ну и хорошо. Полежишь, отдохнешь. И так уж набегался. Я не полежу, тебе сходить придется, понял? Никуда я не пойду. Хватит, вон в последний раз на патрулей чуть не нарвался. Плакала бы тогда. Все в этот раз будет нормально, без всякой опасности. Только письмецу нужно. Я тебе сказал, пошел ты к черту. Ты что, хватит. Ты пока со своей кралей развлекаешься, я тут свою шею подставляю. Это тоже не по-товарищески. Шурка, ты что, дурак? Какой развлекаешься? Что? У нас любой. Я тебе сказал, я никуда не пойду. И точка. Спасибо, Вань. На школьную 14 не забудь, ладно? Mm-hmm.
Санитара! Артист, еще одно представление устроил. Передать что-нибудь надо? Эля, надо что-нибудь передать? Эй, солдат! Солдат, зачекай! Не ходи за мной, не ходи! Что с ним? Хотели меня видеть, ребята, уважаемые. Садитесь. Товарищ капитан, а что теперь со мной будет? А вы что, не слышали? 10 суток гарнизонной гауптвахты, и радуйтесь, если дело не дойдет до дисбата. Нет, 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 это я понимаю. А конкретно сегодня что будет? Что за дурацкие вопросы? Сегодня вы пробудете в этом помещении, а завтра вас отвезут к месту отбывания наказания. Это все? Нет, товарищ капитан. Я хотел бы еще сказать. Поймите, мне ночью нужно выйти из счастья. А утром я здесь и сразу на гупфахту, хоть на месяц, товарищ капитан. Вы отдаете себе отчет, рядовой пожарский? Так точно, товарищ капитан, отдаю. Мне надо выйти из счастья. Прошу отпустить. Что ты меришь, мальчишка, щенок? Ломоту в яйцах почувствовал и взбесился? Молчать! Да, я мальчишка. Да только я плевать хотел на ваши штучки. Думаете, я вас боюсь? Нет. Плевать я хотел на ваши расспросы. Кто ваш отец? Кто ваша мать? Плевать я хотел, плевать! Нехороший ты человек, рядовой Пожарский. Отец у тебя был настоящий мужик. А ты так, барахлицо. Ах, вот оно что! Может, вы моего отца в лагере охраняли, да? Отца там у меня здесь, да? Это же папа. У нас такая фотография дома есть. Это все, что мне осталось от твоего отца. Мы с ним в лагере вместе сидели. Он и умер у меня на руках. Мы с ним побег затеивали, не вышло. Тиф. Такая, брат, штука. А как же вы здесь оказались, товарищ? Просто. В 41-м из лагеря отправили на фронт. В штрафной батальон. Отличился. Командовал ротой. Награждали. После войны нашего комдива сюда направили. Он меня с собой взял. Все. Очень просто. Вы простите меня. Товарищ капитан, рядовой Голенищев по вашему приказанию прибыл. Получен приказ о присвоении вам звания ефрейтора. Благодарю за службу. Служу Советскому Союзу. Поздравляю. Спасибо большое, товарищ капитан. Разрешите идти? Не торопитесь, Голенищев. Возьмите плакатик.
Давайте сюда, пойдите. У меня к вам есть ответственное задание. Слушайте приказ, ефрейтор. Ага, да. Будете до утра охранять рядового Пожарского. Аккуратно! Товарищ капитан, так он же за железной дверью, там такой засов... Вы, кажется, решили обсуждать мои приказания? Повторите приказ. Охранять до утра рядового Пожарского. Вот так. Берите плакат, будем туда вешать. Товарищ капитан, можно мне в санчасть отлучиться? Совсем я уже захворал чего-то. Вы ведь дружите с Пожарским. А дружба, Голенищев, это не просто байки в сортире травить. Ваш друг попал в скверную ситуацию. Хуже уже некуда. Так кто же, как не товарищ, может помочь другу не попасть в ситуацию более скверную? Так там, товарищ капитан, на окнах такие решетки. Точно не сломаешь. И засов. Я вам вот что скажу, ефрейтор Голенищев. Человека никакой засов не заменит. Mm-hmm. Так что идите охраняйте. Утром я проверю. А, то есть... Выполняйте приказ! Есть! Я тоже спрос будет. Никто не поверит, что я молча умирал. Да пойми же ты, дерево, она там ждет меня. Я здесь, я жить без нее не могу. Я люблю ее. Отпусти меня на 4 часа. Повешу, слышишь? Вот гады! Вот гады, а! Давай, давай, давай! Вы гады! Ты твой капитан, два гада! Все на мою шею повесили! Давай, беги, милуйся к своей! Беги отсюда! Понял? Беги! Теперь ты мне ближе, брат, Ваня. И беги отсюда! Я под трибунал пойду! Беги! Ай! Все, вертайся назад, Шурка! Вернусь. Вернусь, как только столовка встанет, так и вернусь! Дело, дружба, дружба, служба, служба! Что ж ты? Назад! Да что ж ты делаешь, дурак? Вот, я сказал! Да, нет! Отстань! Отстань, убью! Убью! Не пущу! Ай, дай!
Никогда ж не доводи до греха! Я не пущу! Отпусти! Отпусти меня! Отпусти! Ничего ты не понимаешь! Отпусти! Ты ничего не понимаешь! Ничего! Потом благодарить будешь? Я из-за нее человека убил! Да что ты врешь постоянно? Из парабеллума поляка застрелил! Господи! Господи, твоя воля! Товарищ капитан. Тише здесь нужно. Товарищ капитан, Пожарский, он там сбежал, товарищ капитан. Как сбежал? Куда сбежал? Товарищ капитан, я не знаю, он сказал, что поляка, он убил поляка. Кто убил? Кого убил? В своем уме? Я не знаю, он сказал, что Пожарский, товарищ капитан, он сказал, из парабеллума стрелял. Живу 23 года. Я не была так счастливой. Я думала, что у меня не будет счастья. Теперь есть. Кто это? Откройте! Не бойся, я с тобой. На свете всегда есть что хильнить тебя. Откройте, я знаю, что в этом доме скрывается советский солдат. Давай еще схованы. Нет. Давай, Пожарский, я знаю, что вы они здесь. Не уйдут. Мне придется пойти с ними, слышишь? Придется только... Откройте. Только ты дождись меня. Месяц, два, год. Откройте. Сколько угодно, жди меня. И мы с тобой будем пить... Красное вино и есть шоколад. Откройте сейчас же! Слышь, Емель, держи весточку. На родине в почтовый ящик бросишь, там оно быстрее дойдет. На какой родине? Союз Советских Социалистических Республик. А у тебя что, другая есть? Так что, меня не на Кубу везут? Дома разберутся. Держи, Емель.
Моя мама была здоровым человеком, но как-то простыла и слегла. Одну неделю все было кончено. Никто не ждал. Вот уже 4 года прошло. 4 года, 3 месяца. Przepraszam. Proszę zadzwonić później. Tak, proszę. To mój ojciec. Ja go nigdy nie widziałam. Tak получилось. Он приезжий. Мама не любила о нем говорить. Возможно, вы что-то знали о моем отце?